Наше на нашествие. Группа «Громыко» из Петрозаводска выступила на одном из самых крупных в России фестивалей рок-музыки под открытым небом. Наш квинтет вошел в состав участников второй год подряд. Музыканты определяют свой жанр как тяжелый психоделический твист. На концертах и в клипах в качестве атрибутики присутствует портрет Андрея Андреевича Громыко, председателя Президиума Верховного Совета СССР, фамилия которого созвучна с названием группы. Музыканты одеты в строгие серые костюмы, накрашены брежневские брови, у вокалиста шапка-пирожок и бархатное кашне. В этом году фестиваль «Нашествие» прошел в Тверской области. Наших музыкантов публика приветствовала криками «Громыко». Музыканты из Петрозаводска выступали на одном фестивале с такими известными исполнителями, как Noize MC, Ночные снайперы, Сплин, Кукрыниксы и другие.